Вот это, конечно. Да. Перец болгарский 25-40. Лимон 200. Апельсины 250. Почем укропчики? Такие. А чеснок почем? А чеснок 23 штучки. Ага. Вот дыня 25. Че почем? Сколько? Мягко-мягко. Вкусно. Морковку взяли еще. А, болгарский перец еще взял. Морковка такая. А перца сколько? А перца, короче, штук 10. Козочка молодая, не хотите? Козочку, да я тебе. Нет, это и лук. А, лук есть, сказали. 10. Да. Раз, два, мы договорились по 25. Два, три. Ну вот попробуйте, понравится, я говорю. Сейчас бы как бы не сезон, ну а другой раз. Ту морозилку берет. Так, а что он на тебе растет? Ну вот я не знаю, нормальные цены. Ну вот помидоры по 120, мети 50, перец 30, капуста 40. Нормальные цены. А это что такое? Это купата. А. Это колбаса. А. Приварить? Не, жарко. Приварить, да. Все. Так, а мясо почем вот это копченое? 600. Вот оно. Вот это сейчас 30 сало. Вот это 4. А ты? Это 500. Это 500. А ну-ка, ты какое? А ну, где этот? А там где мясо побольше? Ой, в очередь стала. Вот.